Это река Умальта. Когда-то в этих краях нашли золото. Теперь вдоль берега проходит путь обозов из Софийска в Благовещенск. Дальше скалистая гряда ущелья Алтын и Кан. Многих манит теперь это место. Верующих и атеистов, красных и белых, бандитов и офицеров. Сказано было, нельзя служить Богу и Мамоне, но мы все пытаемся это делать, потому что то, что написано в Писании, это одно, а жизнь — это совсем другое. Да и золото само по себе никому не нужно. Нужно то, что оно открывает человеку. Один хочет купить за золото любовь, другой — свободу, третий — власть. Они готовы поставить на карту все, чтобы получить...